Гамельчане стали пераможцамі міжрэгіянальнага конкурсу мастацкай творчасці імя заслужанага мастака Расіі Мікалая Клімава. Творчая спаборніца ў трэці раз праводзілася ў Ліпецкай вобласці. За пандэміі навучэнцы Гомельскага каледжа мастацтва ўдзельнічалі ў спаборніцтве онлайн. З таленавітай моладзю пагутарыла Ганна Каральчук. Я аддаю предпочтение носу всегда в изображении, это видно на моих остальных картинах живописных. И это то, что в человеке всегда особенное, что можно утрировать и добиться максимальной узнаваемости. Будучая выпускница Гомельского мастацкого колледжа Юлия Ураблевская у своей творчести отдае перевагу портретам. И она завсёды старается про малюнок передать характер человека, его историю и житёвый опыт. Тому девчине особливо цікаво малявать людей сталого узросту, твар яких мае отбиток их звычок и эмоций. Зараз Юлия створает портрет румынского скульптора Константина Брынкуши. На конкурсе она проставила работы, на яких ее натхнили не меньше цікавые персоны. Один живописный портрет нашего постоянного натурщика, дедушки Николая. Колоритный персонаж с характером забавный, с особенными, симпатично деформированными возрастом чертами лица. А второй графический портрет, тоже портрет девушки, поэтессы. Работы гамельчанки заняли другое место в спаборництве у своей номинации, а ее однокурсница Анастасия Комарова стала пераможцей третьего межрегионального конкурса имя заслуженного мастака России Миколая Климова у номинации «Тематичная картина». И она представила две работы, объединенные темой дятинства, сокретики и не чувать побач. Их можно назвать автобиографичными, але измененными у адмысловым мастацким стиле, який Настя выпрацевала за 4 года в учебе у колледжа. Я чувствую себя еще такой очень маленькой, очень ищущей частичкой, поэтому сложно что-то говорить, чувствую себя очень маленьким человеком. Но я нашла более-менее темы, которые мне близки. Я нашла определенный такой легкий декоративный стиль, который, можно сказать, что мой стиль. Вот. В основном я люблю писать какие-то небольшие истории, небольшие какие-то сюжетики, но, как говорится, через маленькое раскрывается большое, а через большое – маленькое. Не дивно, что обедве девчины – лауреатки премии по подтримке талиновитой молоди. А кроме их, у конкурсе примали удел и другие навученцы колледжа, которые стали дипломантами. На угол конкурсная деятельность в установе лечится неотъемной часткой навучального процесса. Творчество всегда – это состязание. Состязание людей, которые пришли каких-то результатов достичь. То есть живопись, рисунок, композиция, проекты – это те вещи, которые нельзя просто сделать, сдать в тетрадку, и чтобы никто это не видел, не слышал. Этим всегда хочется делиться. А делиться хочется, ну так, чтобы все это видели. Поэтому конкурсы – это очень важно. И начиная, ну, наверное, с курса второго у нас нет ребенка, который где-то бы не попробовал поучаствовать. Не у всех получается занять места сразу, но к третьему-четвертому курсу мы видим отличные результаты, есть чем гордиться. Зараз у Гомельским мастацким колледже навучается больше за 160 человек на трех отделениях – мастацтва, дизайн и декоративно-прикладная творчесть. Установе исполнилось 30 годов. Ганна Каральчук, Сергей Камков, телерадио, компания «Гомель».